Приветствую всех дачников. Сегодня 18 августа 2021 года, Центральная Украина. Вот и пришло время окулировать наши деревья, сливы, яблони, персик. Вот я на сливу приколировал почкой. Вот, почечкой у меня пошел персик. Вершок я не снимал. Обмотку, вот. Не до конца. Главное, у меня вот эта вот почечка пошла. Контрастируют сразу листья персика на среди листьев сливы. Кстати, слива уже начинает созревать. Листья пожелтевшие уже как показатель. Сливки уже наливаются. Я кардинально обрезал. И поэтому питательные вещества распределяются на более, вернее, на менее урожая. На меньший урожай. И еще хочу показать вам уже результат. Результат своих прививок. Вот среди слив, среди вот такой вот начинающей фиолетовиться красоты, вот такой вот инжирный персик. Уже мы отсюда 4 штучки съели, вот таких вот больших. Остались небольшие, и они еще твердоватые. Внук говорил, я не буду есть, потому что дырявые. Он еще не знает эту особенность у инжирных персиков. У многих есть сквозная дырка, это не редкость. Очень вкусный. Вот именно этот очень вкусный сорт, предположительно владимировский, белое мясо и персик. Очень хороший, классный. Сегодня 18 августа, как я вам уже говорил. И для окулировки самое то. Время хорошее, дождей нету. Не сильно жарко будет вечером. Прививайте. Прекрасный персик. Все. Вот, хотел вам показать место прививочки. Вот, смотрите. Окулировка. То есть такая вот лодочка, снимается кора. Я вам дам ссылочку на видео с почкой. И вот с почки пошел такой вот побежек. Раздвоился, расстроился. Дальше буду, конечно, тут его кустом делать. А дальше что уже с этой кроной сливы, я еще не решил. Ну, основное будет здесь, наверное, на этой ветке, которая, блин, тут комедия течения. Против комедии течения вы меня последнее время очень часто спрашиваете, чем обработать комедии течения, чтобы не было. Это явление называется гомоз. Обрабатывайте топсином М, обязательно покупайте литровую бутылку и чередуйте, обрабатывайте с кором. Скор и топсин М. Тогда все это пройдет. Вот. А насчет прививочки, я уже не переживаю, что у меня деревце, если пропадет, замерзнет или что-то поломается, мне уже этого сорта не будет. Я привил вон там на сливе и вот здесь уже позапрошлом году. Как-то так. А я вам традиционно желаю хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.